Здравствуйте, друзья! Сегодня проверим кошачий корм. Вот такой вот корм взял я. Вот такие здесь гранулы. Посмотрим, как рыбка будет реагировать на них. Коту, по крайней мере, не нравится. Кот Федор в восторге от этих гранулин. Эхо вкуснятина, говорит. Давай, говорит, покушать. Ну все, идем на рыбалку и тестируем этот корм. Я его прикрепил к кормушке. Пришел на речку. Погода сегодня отличная. Закидываем. Глубина около 2 метров. На этой речке небольшое течение. Пошла муть. Ждем рыбку. Приплывет ли она сегодня? Никто не знает. Будем надеяться, что получатся хорошие кадры. Так вот, появились первые рыбешки, небольшие, густерка, плотвичка. Вот подплыл, первая рыбка попробовала, следующая подплыла, попробовала. Подплыла стая густерок, как видите, и пробует кошачий корм. Он явно привлек их внимание. Учуяли и приплыли на запах. Густерка кормится. И все как бы ее устраивает. Одни уплывают, другие подплывают на запах. В основном собралась густерка. Подплывают небольшие плотвички. Дергают, кушают. Рыбка кормится, плотвичка. Камера их нисколько не смущает. Окунек заинтересовался камерой. Рыба так и держится возле нашей точки, где лежит кошачий корм. Она пробует, откусывает, отплывает, подплывают другие рыбки следом. Как бы видно, что корм явно их привлек и держит на этой точке. Рыба иногда сматывается, вероятно, гоняет хищник. Окунь, щука, может, голавль, жерех.
Вот, видите, проплыл горбач, окунь, полосатый, красавец. Рыбки немного разбежались, но опять вернулись на нашу точку кормежки. Оба, оба, видели? Видели, что творится? Какой-то хищник разогнал всю рыбу. Она в разные стороны разбежалась. И не факт, что вообще вернется. Во, вот к нам кто ползет. Как же без него, конечно, учуял. Учуял кошачий корм. Вот это я, говорит, удачно пришел. И все, кормушку накрыл. И жрет один, никого больше не подпускает. Рыбки сзади плавают, но не подплывают. А то их сожрет. Все, сел и наяривает. Раку явно по душе пришелся наш корм. Рак грязный, выли весь. В траве, наверное, сидел в какой-то или в водорослях. Выполз. Кажется, он спалил нашу камеру. И его она заинтересовала. Подходит ближе, сами своим проводят. Чуть такое, говорит, непонятное. Не справился он с ней, решил сдаться. Все, покусал, пошел. С камерой не смог ничего сделать. Рыбка все уплыла. Вот он, рак сбоку, он сбоку ползет. Решил все-таки достать нашу камеру. Не нравится ему, не нравится, что она стоит на его территории. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!